Локомотив Кубань после поражения в Казани был обязан реабилитироваться перед своими болельщиками в матче с ВЭП. Гости были настроены очень решительно. 2 очка от Стива Зака. Джамайл Маклин прочитал передачу соперника и убежал в быстрый отрыв. Чем он закончился, вы видите сами. Матеуш Панитка разогнался так быстро, что потерял контроль над мячом. Но Виталий Фридзон подстраховал одноклубника и наградил его шикарной передачей. Артурс Аусейс забивает 3-очковый и догоняет Алексея Шведа по количеству дальних попаданий в этом сезоне. Андрейс Гражулис тоже хочет быть в числе лучших. У него сегодня 3 дальних попадания. 3-очковая феерия на этом не закончилась. Как вам бросок Дмитрия Кулагина с сиреной? А в этой атаке российский защитник отдал изумительный ассист на Матеуша Панитку. Впечатлился даже президент Лока Андрей Ведищев. У американского защитника Винса Консула сегодня 1 попадание с игры. Оно пришлось на начало 2-й половины. А вот Виталий Фридзон сегодня набрал 18 очков и вернулся на 1-е место в истории лиги по результативности. Джаджон Джонсон оказался в нужный момент в нужном месте и поразил кольцо данком с 2 рук. Воу! Владимир Ивлев – кандидат на лучшую передачу недели. Только посмотрите на эту скидку. Красота! Джонсон был угрозой для ВЭП и под своим кольцом, чем заслужил аплодисменты товарищей по команде. У Артема Сабутненковса 13 баллов за эффективность. Лучший показатель в составе гостей. Окончательный счет в матче установил Дмитрий Хвостов. 92-63. Локомотив вновь одерживает уверенную победу на своем паркете.